ši būtent paroda, Brodskio poezijos iliustracijos, atkeliavo į Vilnių vien tik tai jų leidyklos iniciatyva. Ir ši paroda yra skirta dviems žinomiems Brodskio kūriniams, kuriuos turbūt ne kiekvienas lietuvis yra perskaitęs, bet po šitos parodos manau, kad perskaitys daugiau, daugelis. Tai yra lietuviškas Noktiurnas ir lietuviškas Divertismentas. Tai yra šeši autoriai, maskviečiai, viena moteris iš Peterburgo, kurie leidyklos pakviesti iliustravo Brodskio poezijos tam tikrus stulpelius pasirinkę artimiausių savo dušių. Ir tą, ką jūs čia matote, yra taip pat ir jų architekto, kurį jie taip pat pasikvietė, atsivežė vienoje kompanijoje iš Maskvos. Taip sakant, architektūrinio užmanimo ir bendro meninio ir literatūrinio užmanimo rezultatas. Я думаю, что нам чуточку нужно потом звук меньше, потому что я кричу и думаю, что не все слышу. Звук чуточку поменьше, сделайте, пожалуйста. Mūsų šis parodos užmanimas pasiekė jau gana anksti. Menininkai atvažiavo praeitą savaitę, bet kartu su galerijos kolektyvu, tiesą sakant, kartu su galerijos kolektyvu tikrai užėmė mums nemažai laiko, kol realizavome visus menininkų užmanimus. Kaip matote, ir apšvietimas yra salėje visiškai kitas. Ir paveikslai kalba galbūt ne taip, kaip mes įpratę esame juos kabinti vieną liniją. Ir štai šitos palapinės buvo sukonstruotos ir atgabentos iš Maskvos. Ir tekstai, štai vat man jau pasakė dukra, kad keli tekstai yra su klaidomis. Na, jie mums siuntė, mes taisėm. Bet prašome, taip sakant, būti lengvai atsižvelgti klaidėles, kadangi tai yra didelės pastangos mūsų maskviečių kolegų, kurie visą tai atliko pas save Maskvoje. Мне искренне хотелось, чтобы этот проект был реализован и реализован именно в Вильнюсе. Потому что про Бродского как гения места, как гения Венеции говорится много, но чуть меньше говорится про то, что Вильнюс был любимым городом Бродского. Городом, как куда он приезжал, приезжал отдыхать, приезжал общаться, приезжал к людям, которые его понимают, с которыми он мог говорить на одном языке. Я чуточку только спрошу, перевод нужен? Нет. Не нужен? Будет не перевод. Хорошо, извините. Замечательно. И Литва для него была таким пространством свободы. И Вильнюс был его любимым городом. Конечно, у него больше стихов о Литве, не только «Дивертисмент», не только «Ноктюрн». Даже «Письма римскому другу», одно из самых известных его стихотворений, это сущности тоже о Литве. То есть для него это была любимая тема, к которой он возвращался и пока жил в Советском Союзе, и когда переехал в Америку. И в сущности здесь мы немножко иллюстрируем, инсценируем вот этот вот сценарий, описанный им в литовском «Ноктюрне». О том, как он уже из Америки, лирический герой, возвращается в образе призрака и летает над Вильнюсом и над Каунасом. Здесь темно, здесь слышатся какие-то звуки, там хлопают двери, лает собака, слышится крик петуха, какие-то обрывки песен. И вот этот призрак бродит по этому темному городу и ищет своего друга, Томаса Венслоу. Стучится к нему в окно, чтобы продолжить разговор, который они начали давным-давно, еще в советское время, когда встречались здесь в Вильнюсе, когда они общались, он приходит сюда и продолжает с ним этот разговор. О чем этот разговор? Этот разговор о творчестве, о поисках дома, о кириллическом письме, кириллической поэзии и поэзии, написанной латиницей. Они беседуют о том, что такое является настоящим домом поэта, и приходят к тому, что этот настоящий дом, он находится в его творчестве. И когда я предложила художникам не столько проиллюстрировать, а сколько поговорить с Бродским на основе его стихов, и каждый из них выбрал свой собственный способ диалога, иллюстрируя литовский дивертисмент или паря над городом и разглядывая Вильнюс с высоты спутника, рассказывая о собственных поисках дома и собственном опыте эмиграции. Каждый художник придумал что-то свое. И мы надеемся, что вы пройдете по этой выставке вот по тому же темному городу, на самом деле здесь должно быть еще темнее, чтобы создать нужную правильную атмосферу, в которой будет звучать инсталляция «Дивный караман», которая должна тоже создавать звуковую атмосферу. Вы сможете лучше погрузиться вот в эту атмосферу, которую создают работы.
и понять, что каждый человек хотел сказать Бродскому, что Бродский хотел ему ответить, и что, может быть, эти художники смогут рассказать вам о своих собственных переживаниях, о своих собственных восприятии этой поэзии. Может быть, вам захочется еще раз ее перечитать, еще раз вернуться к этим строчкам, и в этом случае я надеюсь, что наша задача, наша миссия вот этой выставки, она будет выполнена. Исследователи говорят, что в стихах 60-х, 70-х, сначала 70-х годов, Бродского преследовала как бы идея деспотизма закрытых пространств. Поэтому, отчасти поэтому для него всякая поездка в Вильнюс, она была таким, как бы, лучом света, радостью и какими-то элементами свободы. И поскольку, если мы говорим о человеке, если мы говорим о Бродском, вспоминаем Бродского, делаем работы в память о нем, о его поэзии, то, стало быть, он с нами, он рядом с нами, и вот из этого, исходя из этого, я, когда стал об этом думать, то мне представилось, что как бы дух Бродского летает над Вильнюсом, и я использовал интернет-ресурсы, программу Google Earth, и с высоты птичьего полета спускал спутник и фотографировал мне интересные места, и вдруг я с интересом увидел, неожиданно увидел, даже в бездарных местах, там, типа парковка в Каунасе, или парковка в Вильнюсе, или расчерченные площади, которые, в принципе, ничего не значат, но вдруг я в этом увидел какие-то формуляры, может быть, для записи рифм, для каких-то коллекций слов, разлинованность площади возле парламента. То есть меня вдохновило, то есть я увидел какие-то параллели с поэзией, параллели вообще с художника с художником. Это удивительное дело, когда ты вот какой-то заказ, то есть условный, но это был заказ Алины проиллюстрировать. Но вся выставка, это, в принципе, конечно, не есть иллюстрация, о чем говорила и Алина. То есть это все-таки такой, по крайней мере, я себя определяю не как иллюстратор, а я именно создаю как художник такой визуальный ряд к поэзии. Поэтому прошу не судить строго и не привязывать это сильно, не привязывать ни к литовскому циклу, ни к литовскому девятисмерту. То есть это такие свободные высказывания художников. Я думаю, вот у Игоря более конкретно, а у Юли тоже все-таки конкретно, но абстрагировано как бы от этого. И в то же время все работает на образ. Такая работа не была сюрпризом. Я в своем творчестве все время нахожусь где-то на границе между поэтическим высказыванием и концептуальным искусством. Поэтому я с большим удовольствием погрузилась в поэтический мир Иосифа Бродского, прочитав еще раз «Литовский ноктюрн», поняла, что это произведение мне ближе всего. И именно в строках, в которых говорится про литовских ключиков, я нашла свое вдохновение, узнав, какая героическая история с ними связана. И то, что Иосиф Бродский хотел даже посвятить отдельное произведение, я решила, что моя серия не будет иллюстрировать. Но я хотела придумать свой собственный параллельный мир, в котором бы я раскрыла идею желания человека летать, желания человека оторваться от земной поверхности и улететь куда-то далеко, в свободную, далекую неизвестность и найти там свою мечту. Эта попытка, она заведена обречена на провал, но мне кажется, что она все равно должна состояться. Поэтому история, она здесь на фотографиях, и также в книге, которую я сделала специально для выставки, чтобы она как объект присутствовала, имела свою форму, которую немножко отдали, напоминает самолетик. И спасибо вам всем за то, что вы пришли. Очень рада вас всех видеть. Прошлое. Поэтому мои работы просто совершенно ясные и четкая иллюстрация конкретных совершенно стихов, которые я взял, потому что в них есть сюжет. Сюжетные линии, которые я могу конкретно проиллюстрировать. Или, либо это как кадр из фильма, который я тоже вижу у себя в голове. Вот, собственно, вот так. И ваши работы? Да, мои работы.